получил я письмо из далекого края. Арестанту вновь сердце зажгло. Так однажды по жизни порою бывает, что тебя у порога не встретит никто. Прости меня, мам, что тебя я не слушал. И теперь я один в этой жизни пустой. Я бы отдал бы все, даже продал бы душу, чтобы только ты, мам, возвращалась домой. Я все это разрушил. Я все это с годами по жизни прошел. Только слов не вернуть, мой сынок самый лучший. Я тогда и подумать об этом не мог.